Второй месяц героические бойцы республики защищают от фашистских палачей сердце революционной Испании Мадрид. Бомбы германских юнкерсов и итальянских капрони превращают в развалины этот прекрасный город. Разрушение несут фашистские бандиты. Они не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков. Человечество никогда не забудет фашистского варварства. Великий и грозный счет предъявит фашистским палачам испанский народ в день своей победы. Налеты воздушных пиратов не могут сломить твердости и уверенности защитников Мадрида в победе над мятежниками. Обороной города руководит комитет во главе с генералом Миаха.
здесь разрабатываются планы боевых действий республиканцев на Мадридском фронте. Гражданин города превращает Мадрид в неприступную крепость революционной Испании. Поясом, кольцом баррикад и окопов. Пройдут!